Приветствую всех зрителей! С вами Мэрилден! И сегодня мы начинаем проходить игру под названием «Туалет в стране чудес». Эта игрушка расскажет нам историю о маленькой девочке Мире, которая попала в мир собственного запора. Многообещающая предыстория, не правда ли? Ну что же, давайте наконец окунемся в мир нашей девчули и начнем новую игру! Игрушка начинается с того, что наша Мира спускается со второго этажа и идет в туалет, чтобы покакать. Она стучится в дверь, как все приличные люди, и заходит. И появляется надпись «Внимание!» И расслышишь жестокие изображения и шокирующие сцены. Ну и замечательно, мы же это так любим. И раз уж сама игра предупреждает нас об этом, то я могу вам посоветовать только одно. Это пойти и выкинуть всю еду от греха подальше. А то мало ли что нас может встретить в мире запора. Так или иначе, продолжаем. Мы зашли в тубзалет, но мы оказались в совсем другом мире. Здесь мы не видим никакого унитаза, только дверь, которая не открывается, а также записочка. Почитаем. Особое задание. Уровень запора 100%, а также 8 засекреченных надписей, которые нам пока что недоступны. Что же, закрываем этот экран и отправляемся в мир нашего запора. Выходим. И поглядите, цветочки, бабочки, как мило. Так уж и не скажу, что это мир какашек. Сейчас нужно поговорить с этим человеком. И как вы думаете, кто это? Конечно же, это Майкл Джексон. Кто же еще? Ах, я МДЖ. Ты, возможно, не знаешь, кто я, но я очень хорошо знаю тебя. Ты встретишь здесь несколько туалетов. Прекрасная новость. Они часто используются, чтобы ответить на зов природы. Но у каждого из них есть своя история для рассказа. Так получилось, что ты герой этих историй. Ты была выбрана, о страдающая запором. Прекрасное название. Таким образом был создан этот мир. Ну что ж, Майкл Джексон исчез, и мы отправляемся на поиски приключений. Первым делом мы обнаруживаем странного молодого человека, о котором из лица черная дыра. Не повезло ему с личиком, не повезло. Отправляемся выше, находим здесь пентаграмму, и напротив нее статуя свободы. Упоротое зрелище, не правда ли? Залазим в пентаграмму. И вот сейчас у нас начинается слепое прохождение, потому что дальше я уже не играла. Мы попадаем в какой-то лесок. И, судя по всему, есть пещерка и тропинка, ведущая куда-то наверх. Даже не знаю, куда же пойти. Пещерку или по тропинке? А, во-первых, по тропинке, почему бы нет? Тут милые птички бегают. Кукарекают. Это, видимо, новый вид петухов. Так, тропиночка, тропиночка. Еще петушарки тут стоят. Как мило, однако. Смотрите, тут есть секретная дорожка. Пройдемся-ка по ней. Ага, еще одна пещерка. Давайте сначала сохранимся, а то мало ли, что мы там можем встретить. Сохраняемся. Зайдем. Какой-то домишко. И маленькая девчулька здесь ходит. Привет, дорогуша. О, как мило. Мы с ней можем поболтать. Но она ничего интересного нам не сказала. Так, камин мы не можем потрогать. Шкафчики, шкафчики не трогаются. Ничего здесь не трогается, а книжки? Книжки не трогаются. А в кроватке мы можем поспать? Да, можем полежать в чужой кровати. Как интересно, как замечательно. Но уже в этом доме мы ничего не нашли. Поэтому давайте покинем это место. Продолжаем переть по тропинке. И снова у нас разветвление. Право или лево? Право или лево? Вот в чем вопрос. А, была не была. Поперли налево. Что это сейчас было? Мы прошли через китайские ворота и оказались в каком-то помещении. Что это за уль здесь стоит? Себастьян. Какое интересное имя. Приятно познакомиться. Меня зовут Себастьян. И я изучал идти много лет. Что такое идти? Раньше я использовал много рабочих, которые работали со мной. Но все они исчезли. Без сомнений, я буду следующим. Себастьян, тебя собираются убить? Два раза я понял, что мне очень повезло. Во-первых, у меня эксцентричная личность. Правда?
Во-вторых, извиниться с тобой, прежде чем исчезнуть. Прежде чем исчезнуть куда? Себастьян, скажи нам. Ну, похоже, он повторяет одну и ту же фразу. Что-то тут неладное. Так, в лаборатории можем что-нибудь пощелкать? Похоже, что нет. Здесь ничего не щелкается. Эстерный аппарат тоже не трогается. А жаль. Подвальчик. Ну ладно, здесь нет расчлененных тел. Тут все довольно мирно и чинно. Какая-то постелька тут стоит. И книжки, склянки. На которых мы не можем дотронуться. Прискорбная новость. Так или иначе, давайте покинем лабораторию. Ничего мы здесь не нашли. Все-таки надо было идти направо, да. Но мы поперли налево, как всегда. Как всегда, мы потратили наше время на не пойми что. Ну что ж, мы идем по тропинке. Посмотрите, какой красивый, милый мир. Так сразу не скажешь, что это мир запора. Ах, как прелестно. Вот еще одни петушарки стоят. И пентаграмма. Ну, заходим. Так, Сельфраксель. Где ж мы оказались? Музыка сменилась на более ужасающую. И мне здесь совсем не нравится. Это, похоже, негативная реальность того мира, где мы только что были. И петушарки, и больше не петушарки, а какие-то странные собаки. Пойдемте-ка от них подальше. Так, идем, не застревай, девчонки, не застревай. Пери вперед. Так. Давайте-ка зайдем к Себастьяну. А Себастьяна-то и нету. И лаборатория поменяла свои оттенки. Что-то тут мелькает. Получена белая часть ногтя. Белая часть ногтя? У кого такой большой ноготь? Мне даже не хочу представлять это. Так, подвальчик. Подвальчик тоже изменился. Тут, блин, ну, бедные животные. Ребята, давайте мы вас освободим. Они открываются, к сожалению. Мы не сможем их выпустить. Кто это? Это черная собачка? Взаимодействуем с черными кроликами. Вы сможете вернуться в комнату с туалетами. Хочешь вернуться в комнату с туалетами? Нет, спасибо. Не горю желанием. Что это тут мелькает? Ваш процент запора будет уменьшаться каждый раз, когда вы будете его брать. Слабительное. Ну хорошо. Будем искать таблеточки. Будем правильно какать. Похоже, здесь тупик. Ну, окейушки. Уходим из лаборатории. Мы здесь нашли ноготочек и слабительное. Замечательные находки. Так. Тут же жила маленькая девчулька. Давайте ее навестим. Матерь Божья! Вы посмотрите на это! Что это за шикарное лицо? Господи! Ну и разнеслась эта девчуля. Мы с вами можем взаимодействовать? Что это такое? Я видел много оборотных вещей, но это... Голая девка бежит под музыку из Марио? Что за... Знаете ли, у меня культурный шок. Так что давайте покинем это место. Ваша мать, что же курил автор этого произведения? Даже не хочу представлять. Ага, еще одна пентаграммочка. И крольчонок тут стоит. Ну, здравствуй, Кролл. Ихо! Ход для парней стоит 500 баксов. Ну, нифига себе цена. Однако девушки могут играть бесплатно. Что скажешь? Так, ну, судя по внешнему виду, мы девушка. Так что давайте-ка сыграем. Давай играть! Мне нравится твой настрой. Давай начнем. Поехали, крольчатина! Так, и что же сделать? Убей всех, пока не ушло время. Какое прекрасное занятие, смотрите. Мы убиваем белых, бедных чувачков. Умри, изыди, Ирод. Кровяка, кровь, как весело, как увлекательно. И ты умри, и ты тоже. Давай, мы тебя сейчас догоним. И ты распрощаешься с жизнью. Вы победили. Отличная работа. Спасибо за похвалу. Убивать было весело. А, и не думал, что надо победить в этой игре. Поэтому я не думал, что делать в таком случае. Так у тебя даже награды для нас нету. Ну ты же одна говядина. Ладно уж, поперли пентаграмму. И куда же нас принесет? Ага, снова прекрасный мир. С тубзалетиком.
Ну что ж, унитаз, вот мы и встретились. И... мы в него смылись, что ли? Да... дождик. И мы в каком-то темном лесу. Опять. Боже мой, что это? Землетрясение? Вашу ж мать. Побежали, побежали, девчуля. Кажется, тут что-то неладное творится. Бегим, бегим, бегим. Давай, рыжая конопатая, мы сможем убежать. Пещерка, зайдем-ка. О, те чуваки, которых мы убивали. Вы мне ничего не сделаете. Толчки, которые слышатся снаружи. Это не гром. Оно приближается. Оно? Скорее убегай, пока можешь. Что за оно? Что за странное оно? Черт, мне это не нравится. Так, а ты с нами, похоже, не хочешь разговаривать. А не? Это ты, встречный парень. Скоро попадет в наш мир. Я не знаю, что с ним будет. Кто знает? Может, он попадет в другой мир? Что за парень? Что за оно? Ничего я не поняла из этого. Так, идем дальше, идем дальше. Что-то мне все это очень не нравится. Черт побери, эти землетрясения реально напрягают. О, еще одна пещерка. Зайдем-ка. Что ты делаешь? Неужели ты не знаешь, что оно приближается? Ты не можешь оставаться здесь. Скорее, уходи. Сейчас самое главное, чтобы ты была в безопасности. Мы будем молиться за тебя. О, спасибо за заботу. Странный белый чувак. Мой спрайт перерабатывался много раз. У меня же нет никаких деталей, типа имени и другого. Я завидую персонажам типа тебя. Ну, завидуй, завидуй молча. Еще один чувак? Слушай, разве ты не слышишь рев, который издает оно? Я уж слышу. Оно приближается. Будет плохо, если ты останешься здесь. О, но прежде, можно просить тебя о маленьком одолжении? Ну, проси. Пожалуйста, можешь дать мне имя? А почему бы нет? Давайте-ка дадим. И что же нам тут выбрать? Какие-то смайлики, знаки зодиака? Так, тут есть... тут есть буквы. А да, есть точно. Я не заметила. Так, буковки тут у нас есть. И как же нам тебя обозвать, серый ты чувак? Ну, я бы тебя обозвала великан сюда подгоревших булочек. Но боюсь, это не влезет, поэтому я назову тебя... Я назову тебя Пельмешка. По-моему, это замечательное имя для такого, как ты. Пельмешка. Большое спасибо. Я первый в этом мире, кому дали имя. Я всегда буду дорожить этим именем. Ах. А теперь иди. Настало время прощаться. Мы еще встретимся. Именно это я хотел бы сказать. Но я знаю, что это наши последние слова. Боже мой, Пельмешка умрет. Я счастлив, что ты дал мне индивидуальную черту. Еще раз, спасибо тебе. Прощай, Пельмешка. Боже мой, какой печальный диалог. Так, ну мы продолжаем идти через лес, и... лес стал более коричневого цвета. Что здесь происходит, ваша мать? Еще одна пещерка. Для меня честь, что ты тратишь свое время. Разговор с кучей ником, типа меня. Я бы хотел болтать с тобой целый день, но у нас нет времени. Оно идет, и ты должна выбраться из этого мира. Хорошо, я попытаюсь, чуваки. Ради вас, ради Пельмешки. Я приготовила кое-что для тебя. Получено синее утреннее сияние. Он красив, как и ты. Спасибо за комплимент. Ну что ж, покидаем пещерку. Идем дальше. А лес сегодня кончается, не кончается и... Что это? Колокол звонит? О боги, оно приближается! Беги, беги, девчуля, беги! Кажись, уже конец! Что это? Еще один чувак! Это ж Пельмешка! Я пришел сюда, чтобы проверить, спаслась ты или нет. Но похоже, ты все еще здесь. Позади меня выход отсюда. Теперь ты должна покинуть этот мир. Ты не должна находиться здесь. Не волнуйся обо мне. Пока на безопасности. Я в порядке. Пельмешка. Прощай. Прощай. О боже. Пельмешка! Прочь! Ты не пройдешь мимо меня! Оно что? Убило Пельмешку? Что все это значило? Кто это оно? Но мы, похоже, вернулись
в самое начало игры, в первоначальную комнату. И мы собрали первый унитаз. Ну, замечательная награда. Куда же нам теперь пойти? У нас тут есть проход вниз, но я думаю, нам стоит вернуться наверх, потому что мы уже там пропустили одну пещерку. Возвращаемся к пентаграмме. И давайте-ка зайдем в пещерочку. Что же там у нас есть интересного? О, еще одна слабительная. Замечательно, давайте-ка бухнем, давайте-ка прокакаемся. Мы выпили таблеточки. И давайте поговорим с этими странными синими чувачками. Но, к сожалению, с ними нельзя взаимодействовать. Ну да ладно, идемте дальше. А этот мир какой-то нерадужный. Весь в серых тонах. Меня это напрягает. Давайте лучше сохранимся. И что это такое? Вы посмотрите на наш файл сохранения. Что за память матери стала делиться? Господи ты Иисусе. Ладно, мы сохранились. Что? Огромный мужик упал с неба? Дождь из мужиков? Вашу мать. Получен акебоно? Мы его в карман положили? Да уж, эта игра весьма странная. Смотрите, там белый кроличек бегает. Как же к нам не спуститься? Тут обрыв, мы не можем ничего сделать. Да ладно, еще ли не сы, прыгай. Эх, не хочешь он этого делать. Ну и фиг с тобой. Что это сейчас было справа? Что это за селедочка там была? Так, куда же нам пойти? За кроликом и за селедкой? А, попёрли за кроликом. И это было неудачное решение. Черт, нас кушала селедка. Конец игры. Ну просто зашибись. Хай! Я обманул тебя, мерзкая рыбёшка. Не скушал ты нас. Падла. О боже мой, фейспал. Она нас скушала второй раз. Эй! Промахнулась. И во второй раз промахнулась. Не смогла ты нас кушать. Так, давайте-ка сохранимся, а то мало ли, вдруг она нас еще раз сожрет. Так, сохраняемся. И крольчонок, иди к нам. Получен кролик Горизонт? И он заржал как конь? В этом вообще есть логика? Мне кажется, что нету. Так, ладно, тут у нас еще есть проходик, но прежде чем пойдем мы еще раз сохранимся, а то вдруг селедка нас снова там достанет. Так, сохраняемся. Мы не можем двигаться. Что это такое? Что за красный кусок мяса падает на нас сверху? Что за... Твою ж дивизию, ну и рожа! Что это? Господи. Оно еще и рыгает, как культурно. Это твой отец. Прелестнейшая новость. Что ты сделаешь? Похвалить его? Дать ему кота? А раз у нас есть кот, мы же вроде кролика взяли. Но давайте похвалим. А, мне кажется, ему это не понравилось. Он злится. И он поцеловал нас. Поцеловал. Он выглядит довольным. Ну-ну. Дать ему кота, но я не хочу ему давать котика, а вдруг он его скушает. Похоже, у нас нет выбора. Прощай, крольчонок. Он его сожрал. Он скушал кролика. Сначала пельмешка умер, а теперь кролик. Черт побери. Эта игра убивает всех наших друзей. Но благо эта страшная рожа уползла обратно. Вот это папаша, вот это я понимаю. Папка. Ну да ладно, нам дали управление. И давайте-ка зайдем в пещерку с ёшкиным-то коромысло. Что это за страшное четырёхглазое создание? А, я удивлен. Ты иногда приходи сюда. А? Почему? Потому что у меня геморрой. Постойте, мы разговариваем с геморроем? То есть здесь геморрой — это отдельная личность? Я не знаю, что сказать. Что? Ты смеешься надо мной? Тебе хватает наглости смеяться над несчастьем других? О, господи. Только не снова. Я сделал хуже. Кричи так громко. Дерьмо! Я не забуду этого. Кровяка там появилась. И не пойду туда. И снова эта рыбёшка. Я знаю, что сейчас будет. Ты нас снова схаваешь.
Я сохранюсь, пожалуй. Так, появляйся, рыба. Оп! Не успели убежать. Но... этот раз отличается от других. Где мы, дома? Нет, ты не выйдешь снова за стола. Не будь придирчивой и ешь рыбу. Рыба имеет высокую пищевую ценность, поэтому съешь всю рыбу до костей. Что? Ты не хочешь есть рыбу, потому что тебе ее жалко? Не будь глупой и ешь! Кажется, это наше воспоминание о том, из-за чего у нас случился запор. Кажется, мы переняли рыбки. Ну ладно, ладно. Что же нам... Чёрт, опять! Опять 25! Хоп, хей, ла-ла-лай! Не поймал, не поймала. Идемте дальше. И сейчас она тут снова выскочит, поэтому я еще раз сохранюсь. Пещерка. Коровка тут стоит. Ну что ж, поговорим с ней. Выскочил краб и сказал мяу. Чего? Опа-на. Теперь что тут стало опасно ходить. Ну ладно, пробуем пробежаться. Давай. Хыть! Побежали. И мы смогли, мы сделали это. И там снова рыбешка опять. Хорошо, сохранимся снова. И давайте-ка возьмем таблеточку. Мы еще взяли слабительного. Хорошо, прекрасно. Так, опять тут черный кроличек. Думаю, трогать его у нас нету смысла. Пещерка. Это Хатико? Что ты тут забыл? Что это вообще? Господи, он вообще гавкает. Господи, это Иисусе. Хатико. О, боги. Опять этот папаша! Опять он вылез! И снова рыгнул. Я не позволю тебе разгуливать где угодно. Побудь с отцом! Я что-то не хочу быть с таким отцом. Обнимемся? Обнимашки! Но... его остановил краб? Вши! Кто ты? Почему тебе не сказать самому? Если ты не можешь понять это сейчас. Мы отправим тебя на 4 дня и 3 ночи. Круиз ешь сколько влезет, Мэриленд. Не вмешивайся. Черт, этот парень непрост. Но его селедка убила. И там кроличек, он жив. Фух, похоже, я вовремя. Спасибо, что спас меня, лосось. Я знал, что ты придешь к нам. Он убил крабика. А мы-то думали, что ты на нашей стороне. Ну, хотя бы кролик там вернулся. Уже радость. Папаша ликвидирован, поэтому можем отправляться дальше. Что у нас тут интересного? Дорога наверх. Дорога в рай, видимо. О, как мило. Идет снежочек. Снеговички тут, какие-то странные люди. Он уверен, сегодня холодно. Кто он? И кто вы такие? Ты что-то ищешь? Я уверен, что один прекрасный день ты найдешь то, что ищешь. Эх, я бы тоже этого хотела. Эта девочка похожа на нашу девчулю, только у нее длинные волосы. На что она смотрит? На закат? Красивое зрелище. Но нас это не волнует, потому что тут есть еще один туалетик. Залазим! Смываемся! И где же мы оказались? Ага, снова начальная комната. И здесь Майкл Джексон стоит. Ну, здравствуй, Майкл. В этом мире есть два типа людей. Те, кто нормально ходит в туалет, и те, кто страдает запором и не может покакать. Бедняжки. Судьба этого мира зависит от того, какой у тебя запор. Другими словами, твои проблемы очень важны для этого мира. Так как ты страдаешь запором, все меньше и меньше. Местные жители будут промываться. То, чем больше ты облегчаешься, тем быстрее разрушается этот мир. О, ну не волнуйся, потому что я на это и надеюсь. И Майкл исчез. А мы, похоже, легли с падочки. Вставай, Соня, хорей дрыхнуть. Письмецо тут еще лежит. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в этом мире. Ха, как бы не так. Я все отрываюсь в Оушен-Сити. Вот и все. Получено письмо от краба. Значит, крабик жив. Но это хорошая новость. Итак, мы собрали два унитаза, мы убили нашего папу, мы встретили кролика. Но на сегодня событий достаточно.
поэтому давайте-ка сохранимся и закончим на этом. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра! До свидания! Ooh, boop, dee, boop.